Горный парк Рускеала готовится к главному событию года – Рускеала Симфони. В этом году 15 и 16 июля фестиваль соберет именитых музыкантов и артистов со всей России. Подробностями грядущего события поделилась с нашей съемочной группой вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник. Мы поменяли сроки фестиваля. Нам очень хочется попасть в солнечную, теплую погоду, чтобы все наши гости фестиваля наслаждались музыкой, наслаждались прекрасным местом. Первый концерт, с которым мы стартуем, это 15 июля. У нас приезжает Башмет со своим прекрасным коллективом, художественное слово Пореченков. Не только хороший прогноз погоды скрасит эти дни. Планируется выступление 9 коллективов, среди которых ансамбль песни и танцев Карелии «Кантеля», государственный камерный ансамбль «Солисты Москвы», а также кубинский оркестр, репертуар которого включает латинские хиты, этно-джаз и не только. Посетят фестиваль и гости из Белоруссии и Казахстана. Хористы Валаамского монастыря впервые споют на воде. Для жителей Петрозаводска и Санкт-Петербурга организуют отдельные трансферы до места проведения фестиваля. Ожидается, что в этом году фестиваль Рускеала Симфони посетит более 10 тысяч человек. С программой фестиваля и местом сбора на трансфер можно ознакомиться на официальном сайте и в группе фестиваля ВКонтакте, а также сайте Карельской государственной филармонии.